Фигурантов дела 26 февраля допросили по делу Ахтема Чийгоза. На 87-м заседании по делу заместителя председателя Меджлиса допросили Мустафу Дагерменджия и Али Асанова. По словам адвоката Николая Полозова, их допросили в качестве других лиц, что является незаконным. Дагерменджи заявил, что 26 февраля 2014-го под стенами Верховной Рады Крыма Чийгоза он видел, однако призывов к насилию с его уст не слышал. Кроме этого, Мустафа Дагерменджи заявил о провокациях со стороны участников пророссийского митинга и о том, что два года назад на его показания пытались повлиять следователи и даже муфтий мусульман Крыма Эмирали Эфенди, который сотрудничает с оккупационной властью. Там присутствовал муфтий Эмирали Аблаев, который предложил Мустафе признать вину в обмен на поручительство со стороны муфтия, которое позволило бы Мустафе выйти из СИЗО. Но Мустафа отказался принять это предложение и также отказался оговорить Ахтема Чийгоза и признать вину. В целом, Мустафа, конечно, проявляет пример мужества, пример того, что человек, находясь даже в условиях следственного изолятора и под давлением, все равно может оставаться честным человеком.